пишите письма Деду Морозу, он обязательно вам привезет подарки. Я еще по времени Парижа, сейчас минус 3 часа, поэтому я еще бодрая. И хочу вас сразу предупредить, наш концерт будет проходить в стиле легкого шоу. К вечеру шоу будет и более горячим. Если кто останется, я думаю, что мы все останемся и увидим самое горячее шоу, которое сегодня может только произойти в городе Москва. Ваши бурные аплодисменты. Все. Красавчик, встречайте и зажигаем. Ночь седая. Ручки, ручки, ручки. Все, 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 все. Ну, давайте вспомним ласковый май. Все встаем с мест и танцуем. Это легенда. Ласковый май. Это не просто песня. Понятнее, надо немножко писать. Зажигательных шоу-программ, которые проходили в большом клубе «Адмирал», а также ведущих корпоративов и праздников. Давайте вспомним свою молодость. Итак, уважаемые дамы и господа, все на танцпол! Ветер шумит негромко, листва шелестит в ответ. Идет не спеша девчонка, девчонке 16 лет. Но в свои лет 16 ногу узнала она в крепких мужских объятиях. Столько ночей провела, чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе, чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе. Тебе скучаю, я с тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала. Но я вернусь, вернусь, что ты узнала, что я далеко, я по тебе скучаю. Я с тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь. Но я вернусь, вернусь, что ты узнаешь, что я далеко от тебя. Обещала написать, обещала рассказать, как живешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать, издадать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки, что я далеко от тебя. Я не могу тебе помочь, меня ласкай, ты не ласкай. Гони меня скорее прочь, меня к себе не подпускай. Спасибо. Марат. Все, что ты задумал в уходящем году, а также в грядущем, непременно все осуществилось. Так, куда мне поставить микрофончик? Как можно? На второй наш концерт мы дадим уже более мощную рекламу.
и будет уже, я думаю, намного больше людей, потому что этот концерт первый.